Магаданская областная организация Всероссийского общества инвалидов сделала подарки для детей. 440 человек получили продуктовые наборы к новогоднему столу. Фрукты, овощи, масло, колбаса, куриное яйцо, сладости, рыба, мясо, птицы, молоко, кондитерка, конфеты. Этот перечень продуктов вошел в состав подарков. Сумку для детей с тяжелыми формами инвалидности собирали весом около 50 килограмм. Помочь малышам получилось благодаря малому бизнесу Магаданской области, представители которого идут навстречу обществу инвалидов уже порядка 15 лет. Это уже стабильно устоявшиеся отношения, которые уже более там, 15 лет, я председатель 20 лет. Ну, по крайней мере, они сформировались, люди знают, что они участвуют. Конкретно мы предоставляем отчет, где, как сделаны фактуры, то есть все вы конкретно это видите. Конечно, хочется, вот такой набор у нас получает, ну, вот как каждый ребеночек, это я говорю, у нас 440 детей, которые вот мы в трассу отправляем, вот такой красочной упаковки. В сборе и раздаче подарков участвовали родители детей с ограниченными возможностями. Мамы и папы в прохладном помещении распределяли продуктовые наборы поровну и помогали их загружать. Каждого из них морально благодарят и остальные родители. Хочется выразить общественную организацию для помощи детям-инвалидам. Поздравить их с наступающим Новым годом. Пожелать здоровья крепкого, не болеть. Остальное все, как говорится, пожелать. Всем успехов. Что они нам помогают подарками, вообще всем помогают. Что вот обратись за помощью, никогда не откажет. Очень благодарна председателю, всем, кто помогает, вообще добрые, отзывчивые. Вся помощь была оказана на безвозмездной основе. Председатель общества инвалидов Виталий Даниленко выражает огромную благодарность всем участникам новогодней акции. Действие каждого благотворителя дало возможность помочь нуждающимся детям.